Часто спрашивают, к какому типу соляриев отнести солярий Ричи Моретти с UV-излучением. Давайте же разберемся с этим вопросом и рассмотрим два варианта соляриев домашнего использования по вполне привлекательной цене от знаменитого производителя Хапра. Первый солярий для домашнего использования мы с вами рассмотрим — солярий Хапра. Это так называемый лицевой солярий, в нем установлены 4 лампочки по 15 Вт с излучением ультрафиолета типа B 1,8%. В соляриях Ричи Моретти излучение типа B 12,5 Вт. Таким образом, чтобы получить точно такое же излучение, как и в соляриях Ричи Моретти, нам необходимо будет приобрести 40 вот таких аппаратов. Действительно, у него привлекательная цена – 144 евро. Это несложно пересчитать, около 15 тысяч рублей. Но если мы умножим с вами цену на 40 таких аппаратов, то мы поймем, сколько обойдется нам излучение ультрафиолета, сопоставимое с ультрафиолетом типа B в Ричи Моретти. Следующий аппарат точно такой же, лицевой, тот же самый производитель Хапра, но в нем использована лампочка высокого давления. Что же у нас с этим аппаратом происходит? Здесь у нас установлено кварцевое стекло, так называемый мягкий фильтр, который позволяет нам выдерживать сеанс 60 минут. В соляриях Ричи Моретти этот сеанс составляет всего 6 минут. Итого, таких соляриев нам понадобится 10 штук. Таким образом, исходя из количества минут на таймере данного аппарата, мы можем предположить, что их нам потребуется 10 штук. Но я вам скажу другое. Этих аппаратов нам не надо ни одного, потому что в нем отсутствует излучение типа B, которое безопасно для нашего организма, которое дает загар и которое стимулирует выработку меланина и витамина D. Итак, эти два солярия никакого отношения к профессиональному солярию Ричи Моретти не имеют, и сравнивать их не имеет смысла.